чемпионат мира. А вот тот самый матч Албании и Турции, результата которого с напряжением греки ждали. Ну, датчане тоже выиграли у греков, поэтому греки в итоге оказались даже четвертыми. Видите наставника, а сборная Албании Бригеля, просто известного немецкого защитника. Вот мы видим атаку сборной Албании. Богдани. На плечах висел у него защитник, смог все-таки он и уйти, и пробить. Центральный защитник в этой ситуации все-таки помог. Смотрите, вот он в подкате фактически. Нет, даже не в подкате, но сумел ногу подставить. Еще один опасный момент. Ворот сборной Турции. Это Тары, высоченные Тары. Сейчас прямо метил парашютиком мяч в угол в дальний ворот, но не получилось. 0-0 в этом матче. Трудно сказать. Одна из немногих атак сборной Турции. Ой-о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 й. Это Алтынтоп, по-моему. Да. В общем-то, совсем было близко до ворот. Смотрите, как он сильно пробил, но бил просто в полной уверенности, что с такого расстояния промахнуться невозможно. Посмотрите, 10 метров до ворот. Со всей дури выстрелил, промахнулся. Атака продолжается, и в итоге точный удар наносит Цюмер Метин. 57-я минута. И вот этот счет, в принципе, абсолютно устраивал сборную Турции. Вроде бы сначала первая попытка Цюмера Метина абсолютно не получилась. Вот посмотрите. Не ударил как след, но в втором случае выстрелил хорошо. 1-0. Турция побеждает и попадает в таковые матчи, попадает в плей-офф. Так что Турции еще надо доказать. Ну, от их терим.